Всем подписчикам канала Уральская усадьба и зрителям привет! Сегодня у нас 1 июня 2019 года, смонтирована душевая кабинка. Ну, или по-другому, летний душ. 2 метра в длину, в ширину метр, с тамбуром. Значит, что у нас внутри? Сделан трапик из брусочков 20 на 40, коврик, шторка, крючочки для полотенец, мыльница, лейка и бак на 200 литров с подогревом. Выход. Напряжение 220 стандартное, и все нагревается вода. Свалена душевая с профильной трубой 20 на 20 и 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, труба еще оцинкованная. От коррозии вообще полная защита. Поликарбонат непрозрачный, белый, новатра. И наверху прозрачный, как бы идет как парничок для бака, то есть либо нагревать от сети 220, либо так под солнцем, нагревается очень быстро. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ответим на все вопросы, заказывайте металлоконструкции. Все, всем пока.